Чудо-Юдо. Всем привет на канале Чудо-Юдо. Сегодня мы будем открывать киндеры со вспышем. Смотри, волшебный киндеровоз уже приехал. Он привез нам те самые киндеры. Ну что, готов открывать их? Тогда поехали. Ну что ж, давай начинать. Интересно, что попадется нам в первом киндер-сюрпризе? Это же Старла! Иха! Да, хорошее начало. Что же дальше? Смельчак! Чудо-машинка-каскадер! Снимаем обертку. Ого, к нам приехал Крушила. Огромный синий монстр-трак. Машинки сигналят нам, они рады с нами встретиться. Ха, какая смешная чудо-машинка. Смотри, у нее есть рога. Монстр-трак-барашек. Интересно, сможем ли мы собрать целую коллекцию? Да это же Рык, лучший друг Вспыша. Попадется ли нам сегодня сам Вспыш? А вот и Зэк, какой у него устрашающий вид. Кто же в этом киндере? Открываем капсулу. Ух ты, малыш Огурчик, миниатюрный монстр-трак. Да это Вспыш! Он тоже рад нас видеть. А теперь давайте еще раз посмотрим на все игрушки. Мы сегодня собрали отличную коллекцию. Здесь у нас и веселая Старла, и отважный Смельчак. Крушила тоже сигналит нам. Надеемся, он ничего плохого не задумал. Рогатый монстр-трак, кажется, готов начать гонку прямо сейчас. Рык притаился, как тигр в кустах, а Зэк решил отдохнуть перед решающим заездом. Огурчик тоже хочет сражаться с огромными монстр-траками. Интересно, получится ли у него? А вот и Вспыш, какой красивый! Именно он сегодня победил. Пиши в комментариях, какая машинка понравилась тебе больше всех. Смотри мультики на канале Чудо-Юдо. Нажми на эту кнопку, чтобы подписаться на новинки. У нас еще много интересного. Что ты хочешь посмотреть дальше? Здесь у нас киндеры с тачками. А вот тут Лего супергерои с огромным Халком. Смотри, Крош тоже здесь. Или ты хочешь посмотреть на фей из мультиков Диснея?